Во Владимирской области за сутки выявлено 266 зараженных коронавирусом, на 15 больше, чем накануне. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 85 051. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 82 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 70. Всего с начала пандемии в областном центре уже 20 076 зараженных. Летальных исходов 4, на 3 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3029. И число выздоровевших месяц превышает число заболевших. Сегодня 342 против 266. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 77 669.